Два астероида летят ближе, чем Луна, в один и тот же день. Астероид размером с автомобиль 2020UX пролетел 19 октября на расстоянии около 190 тысяч километров от Земли. Астероид 2020TF6 пролетел около 153 531 километра от Земли 19 октября. Ни один из астероидов не представляет угрозы столкновения с Землей. Здравствуйте! Уделите, пожалуйста, внимание. Наш канал научно-просветительский. Помимо основных видео, здесь есть лекции, подкасты, интервью с научными сотрудниками высших образовательных учреждений. Также мы для удобства разместили плейлисты по общим тематикам. Если вы хотите получать от нас уведомления, просто подпишитесь на канал. Также у нас есть группа ВКонтакте, в которой мы своевременно публикуем материалы и научные достижения.